нахуй, наверное. Хороший какой. Крупный. Здесь топка у нас. Это окуняр. Он какой здоровый. Сандалил. Здоровенный. Смотри, какой окунь, блядь. Пока. Тараты взяла. Такая, наверное, единичный путь. Прям четко по коряшке провел, а она долбанула. А, дождался я ее, а. Что-то как идет, тяжеловато. Пошла как-то тяжело. Прям с выброса она взяла. Теперь мне кажется, что она не на килишнике, нифига. Наверное, побольше. А может и не побольше, так идет бочком. Почти полтора часа я ждал эту поклевку. Но наконец-то произошло. А что на бок он как-то плывет-то? Это что такое было? Бобер? Ну это к двушке, блин, такая уже. Да не, не двушка, поменьше. Кило 700 где-нибудь, наверное. И опять за клювик. Опять на рату, вон она вся в пиявках. Да, волнительно сегодня на Москва-реке. Очень волнительно. Сам выбрось. Е-мое. Вообще была так прям еле-еле душа в теле. Ну хоть что-то, щука не клюет, хоть чего-то половить. Да, ну такую рыбу надо ловить на ультралайт. А черный какой-то. Слушай, он такой, он что-то это наелся, что ли, не знаю. Смотри какой, на сингенпакте. Пузатенький. Очень толстый такой окунь. Черный, толстый такой. А? Красота. Джикрик поставил уже. Все. Безнадега.ру называется. Слушай, такой он, да? Хорошенький. Форма у него такая прям. Красивая. Давай, братух. Может, он уже с икрой такой, не знаешь? Бугарка! Тык-тык-тык! Время близится к вечеру. Поставили же воблеры. Движемся в другое место. Попробуем половить чуть-чуть по темноте. Часика три. Сегодня днем как-то совсем все грустно. Вот одна щука у Дэна, и все, плюс какие-то там поклевки, мелочи, окушки, судачки щипали, и все. Сложно стала рыбалка.
видимо, началось глухозимье. Даже по темноте те же напильнички, всеми нами любимые, перестали клевать. Приходится вымучивать их и радоваться им, их поимками. Идем на наши места, тут вертолет пролетел. И вот прям там, где нам ловить, на том участке, он забирает воду. Там, да? Да вообще, блин. Половили его. Только мы говорили, как бы второй раз не прилетел. А он летит второй раз. Идем к Аньке. Она впорола офигенную щуку. То ли на джиг, то ли на воблеры. Бежим. Что-то там такое. Большое-большое-пребольшое. Ура! Большую рыбу поймали. Анька просто молодец сегодня. Всех мужиков обловила. Ну ты как? Как адреналинчик? Достал. На мандулу? Или в гриб, дайте. Там мы зависим. Офигеть. Офигеть, она пузатая. Сколько у них тут? Я думаю, шестерю, наверное. Ой, а чего они там? Ё-моё! То может и побольше, нахуй, чем 6. Я под берегом у тебя шерплю? Да. Сейчас, стой. Пускай. Пять 360. Ну, минус лип-грип. 150 грамм весит. 5 200, короче. Бери её за лип-грип под кузики. Я плакала. Хватай его так за брюхо. Смотри, у нее челюсти-то нету. Офигеть. Ты фотоешь? Фото. Ну давай и ты тоже, что? Я хочу как ты, под щеку. Чего? Под щеку я здесь хочу, как ты. Я не хочу. Сначала так ты держи. Проблема с клювиком. Ну что, подруга,
не хочет уплывать. О, пузырики сама выпускает. Да. Мать какая она. Ух ты. Герой вечера.